Потом шли израилити далее и утаборилися на Моабских степях при Йордане напротив Ериху. Кед Сефонов сын Балак видел, что все Израил робил Амеречанам, Моаб са вельми бал тохто народа, лебо был великий, а схитила его хвоза пред израилитами. Моабчания поведали мадианским старшим: «Тенто гув нам пожере все вокруг нас, ако добиток спаса траву на поле». А Сефонов сын Балак, который был того часу Моабским кралем, послал послов к Беорову сынови Балаамови до Петору на Евфрате, до краины его народа, аби его приволал и отказал ему: «Є ту люд, что вышел из Египта. Розтягался уж по целой краине, а усалашился напротив мне. Прийдь тогда, а прикляй мне тенто люд, лебо є сильнейший, ако я. Можно его потом поразим, а виженем с краины, лебо вем, что кого ты пожегнаешь, є пожегнаний, а кого ты прикляешь, є проклятый». И выбрали самообский старший и мадианский старший с одменов за вежбу в руках, пришли к Балаамови и одовздали Балакови отказ. Он им поведал: «Останьте ту утоноц ту, а потом вам дам отповедь подля того, что мне пове пан». Моабські начальники остали тогда у Балаама. Бог пришел к Балаамови и поведал ему: «Что су то за мужи у тебя?» Балаам отповедал Богу: «Сефонов сын Балак, Моабський краль, мне отказал. Є ту люд, что вышел из Египта и розтягался уж по целой краине. Прийдь тогда и зарекни мне его. Хадам, потом будем могут начать с ним бойовать и выженим его». Бог však поведал Балаамови: «Не смеешь с ними ість, не смеешь проклять тен люд, лебо є пожегнаний». Кед Балаам рано встал, поведал Балаковим начальникам: «Ходьте лен до своей краины, лебо пан ми не доволил ість с вами». Моабські предаци са побрали, а кед дошли к Балакови, поведали ему: «Балаам са здрагал ість с нами». На то Балак опять послал попредних мужов, виацерих и внешеннейших, ако были первые. Кед пришли к Балаамови, поведали ему: «Тото отказує Сефонов сын Балак. Не отагляй прийсть ко мне, богато тебя отменим и уробим все, что мне повеешь. Лен прийдь и зарекни мне тенто люд». Але Балаам ответил Балаковим служебникам: «Кеби мне дал Балак только стребра, злата, колко са змести до его дому, не будем могут робить против розказу пана своего бога ани виац, ани меней. Але зостаньте ту и ви туто ноц, аби сте са дозводили, чо ми далее пове пан». Пан за ноци пришел к Балаамови и поведал ему: «Ак тя ти то мужове пришли заболать, так са вибер и ход с ними. Але смеешь робить лен то, что ти прикажем я». Рано потом Балаам встал, оседлал свою ослицу и одышел с моабскими предаками. Потом са Бог розгневал, что Балаам уж и сам хотел ість, а пánov аніл му заступил цесту, аби его задержал. Несел са тотіж на ослице и спровадзали его его двоя слуговия. Кед ослица видела на цесте стать пánovho аніла с витасеným мечом в руке, вибочила с цесты и шла полем. Балаам ослицу бил, аби ее завратил на цесту. Тут са аніл поставил до ужлябини медзи виницами, где стал с обох стран мур. Кед ослица зочила пánovho аніла, притисла са омур, а Балаамови притлачила омур ногу. И бил ее знова. Пánov аніл ho заса предишел и застал си на узком месте, где са не дало винуть ані направо, ані налево. А кед Балаамова ослица збадала пánovho аніла, падла под Балаамом. Балаам са розгневал и тял ослицу палицою. Ту пán отворил ослиці уста и поведала Балаамові:
Čo som ti urobila, že si ma už 3 razy bil? Balám odvetil oslici. Lebo si si robila posmech zo mňa. Keby som mal po ruke meč, tak by som ťa zabil. Oslica odpovedala Balámovi. A nie som ja tvoja oslica, na ktorej od dávna až do dnes jazdívaš. A urobila som ti niekedy niečo takéto. On odpovedal. Nie. Tu pán otvoril Balámovi oči a zbadal, že na ceste stojí pánov anjel s vytaseným mečom v ruke. Poklonil sa a vrhol sa na tvár. Pánov anjel mu povedal, prečo si už 3 razy bil svoju oslicu? Pozri, ja sám som prišiel, aby som ťa zadržal, lebo táto cesta je proti mojej vôli. Oslica ma zbadala a 3 razy sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa už zahubil. Ju by som však bol nechal nažive. Tu Balám povedal pánovmu anielovi. Previnil som sa. Nevedel som, že sa mi ty staviaš do cesty. Teraz však, ak sa ti to neprotiví, vrátim sa späť. Pánov aniel však odvetil Balámovi. Len chod s mužmi, ale hovoriť budeš iba to, čo ti prikážem ja. A Balám šiel s Balakovými náčelníkmi. Keď Balak počul, že sa blíži Balám, šiel mu v ústrety do moabského Iru, ktorý je na samých hraniciach Arnonského územia. A Balak povedal Balámovi, či som neposlal opäť po teba, aby som ťa privolal, prečo si neprišiel hneď ku mne? Nie som varí schopný odmeniť ťa. Balám odpovedal Balakovi. Nož prišiel som k tebe, ale sotva budem môcť niečo hovoriť. Poviem iba to slovo, ktoré mi vloží do úst Boh. Potom išli Balak s Balámom ďalej a došli do Kiriat Chusot. A keď Balak obetoval býky a ovce, poslal z nich Balámovia náčelníkom, čo boli s ním. Na druhý deň ráno vzal Balak Baláma so sebou a zabiedol ho na Bamot Baal, odkiaľ bolo vidieť zadné boje izraelského ľudu.